За новогодним столом встретились две семейные пары. В качестве праздничного угощения избрали медицинский спирт. Пьяные посиделки омрачало лишь присутствие в комнате трех малолетних детей. Они пытались привлечь внимание взрослых, просили поесть. Приходили, плакали, то есть требовали к себе внимания, что не понравилось гостю. В результате чего он, собственно говоря, начал говорить, высказывать свои недовольства хозяину квартиры, отцу этих детей. На что мужчина, отец детей, сказал, что это мои дети, как хотят они, так себя и ведут. Между мужчинами вспыхнула ссора. Один требовал другого убираться вон, а тот настаивал на продолжении банкета, ведь на столе оставалось еще немало спиртного. Тогда разгневанный отец семейства ударил гостя ножом. Ранение оказалось смертельным. Мужчина скончался еще до приезда скорой и полиции. Хозяин квартиры водворен в СИЗО. С детьми, ставшими свидетелями преступления, работают психологи. К моменту приезда следственной группы на место происшествия дети находились также в помещении квартиры. Значит, на месте было трое детей, девочка 5 лет и два мальчика 3 и 2 года, если не ошибаюсь. Труп находился в квартире, так или иначе дети его видели. И говорить о том, что психологическая травма нанесена детям, безусловно, необходима. И об этом тоже соответствующие органы поставлены в известность. Сейчас представители социальных служб проверяют условия жизни и воспитания детей. Решается вопрос, оставить их на попечении выпивающей матери или поместить в детский дом. Елена Иговцева, Андрей Соловьев, телевизионная служба новостей.